Здравствуйте, уважаемый подписчик. Этим видео я открываю свою рассылку блокпост антибаннер. И сразу хочу вам представить первый способ разблокировки компьютера, если вдруг у вас появился баннер-вымогатель. Что такое вообще вот примерно баннер-вымогатель? Утром вы проснулись, включили компьютер и видите на посередине экрана примерно вот такую заставку или любую другую, где вам предлагается пополнить абонент, телефон какого-то, счет какого-то телефона, либо отправить смс-ку на какой-то номер. Вы не можете сделать со своим компьютером тех вещей, которые вы раньше делали. То есть не можете зайти на какие-то сайты, не можете открыть свои папки или что-то мешает вам. Значит, это и есть баннер-вымогатель. Хочу вас сразу предупредить. Пускай это и небольшая, несложная программа, баннер-вымогатель, но она серьезно может повредить вашему компьютеру, если что-то правильно, если сделаете неправильно. Поэтому не советуете сделать того, чего вы делать пока что не умеете. Первое, что вы сделаете, зайдите на сайт mobiconnect.ru. На этом сайте есть www.mobiconnect.ru. На этом сайте есть вот такая кнопка «Разблокировка Windows». Она с правой стороны в меню находится. Нажмите на нее, и вы попадете в центр разблокировки баннеров-вымогателей. Здесь собраны 4 сервиса разблокировщиков, которые предоставляют сторонние продукты, сторонние сайты антивирусных программ. Это такие как «Доктор Веб», «Касперский», «Нот-32». Перейдя по этим ссылкам, вы сможете ввести коды телефона, которые, например, здесь вот видно, и разблокировать свой компьютер. Давайте посмотрим, как это делается. Перейдем в какой-нибудь центр. Например, давайте в Доктор Веб. Щелкайте на картинку, переходите в центр. Здесь вам предлагается ввести номер. Вводите номер. Жмете «Найти код». Система проверяет, значит, по базам. Если такой код есть, она вам его показывает. Копируете по одному код разблокировки и пытаетесь вводить ваш баннер-вымогатель. Можно сделать так, что можно позвонить своему знакомому, да, и объяснить ему, как зайти и чего сделать. Он может, например, со своего компьютера. Также можно сделать это на Касперском. Получить код разблокировки. Если коды найдены, вы здесь увидите. То есть, если в базе есть у вас, то увидите здесь коды. Бывает, что баннер просит, как отослать SMS, поэтому присутствует и телефон, и само SMS-сообщение. Поэтому сюда, где номер телефона, вводите номер телефона. Где текст смс, разумеется, вводите текст смс, такой, какой он предлагает, и получить код разблокировки. Если коды разблокировки какие-то имеются, то он вам покажет, что такие, что есть, либо нет таких кодов. Здесь вот в Касперском можно ввести команду AU и получить все коды разблокировки, какие есть у них в наличии. Также можно по картинкам по таким вот определиться, какой баннер у вас на компьютере, значит, заблокировал вам вход. Также делается на вирус-инфо. Можно. И на reset Note 32. Все эти, значит, запоминать не обязательно, достаточно запомнить один сайт mobiconnect.ru, и здесь вы найдете любой, значит, из этих 4 ресурсов, где можно перейти потом и ввести этот код разблокировки, этот код телефона, вернее, номер, который, на который вам требуется, на который вас заставляют отправить деньги, и получить бесплатно код разблокировки. То есть это сервисы бесплатные. Код разблокировки можно найти
Здесь очень даже бесплатно. Значит, после того, как код разблокировки вы получили, вводите его в ваш баннер и удаляете. После чего сразу устанавливаете антивирусник, либо скачиваете какой-то временный антивирусник. Но в любом случае у вас что-то должно быть на компьютере установлено. Здесь на сайте, значит, я рекомендую несколько способов защиты. Попробуйте зайти и почитать. Значит, я предлагаю здесь, как защитить компьютер от вирусов, осторожно, баннер-вымогатель и AVG, надежный бесплатный антивирус. То есть этими тремя способами, эти три статьи помогут вам защитить компьютер от баннеров-вымогателей, по крайней мере. Так, на этом я заканчиваю видео. Это был первый способ. В следующем способе мы рассмотрим, как разблокировать баннер-вымогатель с помощью сотового телефона. Спасибо за внимание. С вами был Малышев Вячеслав.